my dreams come true. Only you. К сожалению, дальше я, честно говоря, не помню. Но помню еще одну фразу. You are my destiny. Так вот, Ford Focus – это действительно моя судьба или destiny. Как правильно говорится по-английски. Ford Focus. На этом автомобиле действительно необходимо сфокусировать свое внимание. Потому что машина, которую произвели нормальные наши ручки, действительно хорошая и нормальная. Вот эта комплектация достаточно навороченная. То есть здесь уже полюбившийся нам обогрев лобового стекла. Здесь две подушки безопасности для водителя, для пассажира. Двигатель 1,8 литра. Вы сейчас увидели, как нас сделала десяточка, да? Я еду на четвертой передаче, не переключаясь в режим степ-дауна. И буквально через несколько секунд мы вот немножко нарушим правила. Проедем не 40, а 100 км в час. Еще раз обращу ваше внимание, то, что я еду на четвертой передаче. Вот этот отстой российский, он этого сделать не может, ему необходимо переключиться на третью передачу. Двигатель ZTEC позволяет вам это сделать легко. Что касается внешнего вида, мы уже говорили, ну не боимся повториться, этот автомобиль, он соответствует всем тенденциям нынешней моды. То есть у него рубленые грани, геометрические формы, то есть круг, треугольник. И это сделано с таким вкусом и с такой любовью к этой машине, что в нее приятно садиться. В отличие от того, как это делают у нас, на наших автозаводах. Что касается характеристик управляемости, ну здесь фокус не превзойден пока в своем классе. По крайней мере, это мое мнение, можете и не согласиться, но дело в том, что здесь применены те технологии, которые обычно применяются на более дорогих автомобилях. Задняя подруливающая подвеска, многорычажная. Здесь очень хорошо подобраны характеристики подвески и рулевого управления. То есть рулится машинка просто отлично. Ну и, конечно, фордовская, настоящая фордовская панель приборов. Все читается просто очень хорошо. Только Ford, хотя не будем обижать другие машины, позволяет вам выбрать исключительно удобный вариант автомобиля за небольшие деньги. И Ford Focus, он доступен.